Сегодня мы играем без стрима, просто в записи. Опять продолжаем страдать фигней на реаниматоре. И первый раунд у нас против Блица. Икстун Блица. В принципе, шансов нету. Против быстрых колод. Есть только очень хорошо повезет. А так, в принципе, как в том, на той неделе, просто хочется повеселиться с Варой. Немножко переделанная дека, совсем чуть-чуть. Но это больше против жадных мидрейнджей и контрольных колод. Все-таки. Рука еще не очень. Ну, может быть, сможем с этим что-то сделать, учитывая, что у него торчей нету. Торчит только у него в маркете один. Так что у нас поживет чуть-чуть. Правда, сколько? Это большой вопрос. Я думаю, нас очень быстро тут убьют. Четвертому ходу уже где-нибудь. Довольно таким заходом. У нас есть, конечно, баниши, но... Они в основном, чтобы ломать релики у нас. Что, будет он вносить дабл дамаг? Не, пока не вносит. Хотя спел у него какой-то есть там. Надо же, есть баниш, но толку от него никакого. Не надо было оставлять, конечно, без черной земельки. Надо хоть что-то было делать. Но до 6 в этой колоде, если в игре можем как-то сделать, то здесь каждая карта важна. На самом деле, надо стоит рисковать. Есть новый комбо, Вара плюс Гринва плюс Левиафан. Левиафан, когда умирает Гринвой, он сначала бьет на 7, сначала снижает хп до 7, а потом Гринва уже бьет на 7. Поэтому есть возможность убийства в один ход, но опять же не против быстрых колод, как Икстун Блиц. Сейчас будет раскачка и нас уже убьют. Не, надо же. Интересно. Оппонент сразу так не сходил. О, да, конечно, хорошо, но поздновато. Так-то есть и Вара с Зинделем, но нам это не дадут сделать. Опять же, колода чисто фановая сегодня, как и в тот раз. Там еще у него 5-4-9, еще надо 4 урона где-то раздобыть. Дисплей как раз плюс 4 плюс 4. Не знаю только, что он думает. Да, плюс 4 плюс 4 дисплейчик, и нас убивают. Но, как говорил, это очень-очень быстро. Таких колод настолько идеальная рандача, больше ничего не спасет. Поехали вторую игру. Наверное, дабл челлендж баг этот. Подождем, пока он.
Storyteller. Есть два скрая. Нет, это слишком, наверное. Жука нормально, но не против такой колоды. Здесь правила не изменили, я ему правильно сказал, что таки Force Draw у нас только на премьерных турнирах, типа Invitational. Ну, у нас хотя бы есть один Draw Discard, саботаж, какой-нибудь дисплейчик. Можем даже Ходжин попробовать убить. У нас даже есть... Торн один Storyteller опять. Не могу я от них отказаться. Здесь еще и картографер, кого только нету. Все намешано в этой колоде. Never stop. Never break. Ну, тут Ходжи надо сразу убивать. Нас же надо даже баниши пришли. Ты вопрос, да? То ли нам просто отбиваться пока? От этого, кстати, можно не отбиваться, на самом деле. Ну, посмотрим, что они там с саботажем. Раскачка и берсерк. Не, ну берсерк лучше. Дабл урон, там три атаки, а здесь дабл атака. Будет очень неприятно. Это можно даже просто будет сдавать. Можно один раз подловить, а потом... А, вот так через левитацию подроваться. Тут ему пока не зашло, у него там две раскачки есть. Он вряд ли их будет тратить. Может, правда, их в бриганта занести, например, если бригант будет. Тоже опасно. Сразу забросили. Так, ну давай пока еще помилим. Картографер, вара, земельки. Ну ладно. Все нам пока сидеть на банишах. Сейчас нам пойди одну земельку, чтобы Draw Discard и баниш сделать. Еще раз левитейт надо же. Что, будет он у него всаживать с полы, не будет. Да нет, тратить стальки урона, если только он берсерку подровал. Чисто 9 это не так много. Ну, а, нет, слушай, все-таки будет. Все-таки будет немножко. Мерчант мне. Вот что мне с мерчантом делать? Но все равно белого здесь нету. Ну, сыграем мерчанта. Хоть земельку одну марки сложи, тут еще он дампинг-граунд теперь место занял, как альтернативный винкон, если повезет. Так, ну давай мы сейчас одну раскачку у него выманим. Пускай он качает. Чем меньше раскачек, тем лучше, чтобы не было сюрпризов всяких. Еще вара, да? Давай земельку надо же поднять, наконец-то. Не, не хочет. Ну, пропустим еще разок. Вроде вара есть. Три вары есть. То есть там просто земелька и поставили вары. И все, и стоим спокойно. Ох ты, бригант.
Раскачки он потратил, или еще у него одна? Ну вот, Poor Folk. Нам по-любому стоять надо будет. Что, он будет на что-нибудь интересно вешать? Ладно, одну мы выманили. Всего не хватало так. 4. Блин. Эх. Ну не пришла земелька. Что поделаешь. А за одну ману мы здесь ничего не достанем. Прям одна земля. Все, полный комплект вар практически. Судьба.